я сейчас скопирую, чтобы было видно. Да нет. Смотри. Я вот так делаю, нажимаю на нее. Сейчас, подожди-ка. Скопировать. Убираю. Дальше. Захожу в Word. И включаю. Сергей пишет. Я могу еще увеличить. Ну, по-моему, здесь уже хорошо видать. Если так, то даже 20, сколько здесь 18, я могу сделать на 22. Беседа будет. Так, хорошо видать? Да. Считай. Сергей пишет. Громче только. Мир вам. Очень прошу молитв и помощи для дробот. Так, обожди. В этих словах усматривается, что он вас не любит или как-то? Нет. Ну ты его знаешь, Сергея Пупкова? Да. Считай дальше. Особенно для Инафы. Долги не сданы. Так, подожди. О ком он говорит? Обо мне. О тебе. Долги не сданы. Что это означает? Долги по учебе. Вот с этой стороны можешь подойти, чтобы было видно. Так. Что не сдано? Чертежи по конструированию. По порядку. Ты можешь вот это запомнить? Долги не сданы. Давай-ка мы сейчас напишем. Ты мне напиши подробно здесь. Долги не сданы. Что означает долги? Говори. Задолженность. Задолженность. Какая? Где ты учишься? В Академии гостеприимства. Какой? ААГ. Академия гостеприимства. Гостеприимство? Академия. ААГ, да. Академия. У тебя в школе сколько классов кончила? 9. 9. И в Академию, да? Ну, колледж. Академия и колледж – это очень большая разница. Колледж – это техникум. Вообще это техникум, просто решили так называть красиво. Ну, можно назвать его там, не знаю, высшее, там управление министерства. Ну, никакой академии нету и быть не может с 9 классами. Они так назвали. Ну, ладно. Аттестата у тебя нету. А среднем есть у меня аттестат? А среднее такого нет, 9 классов. Есть, я его получила. Есть. Ну, есть. Что там написано? Полное среднее образование? Да. Да сейчас 11 классов, а не 9. Сейчас можно закончить 9 классов, пойти в колледж. И закончить 11 классов, пойти в университет. Предоставляется, ну, ладно, выбор. Я знаю только одно, что образование, среднее образование, это 10 классов было. Потом сделали 11. Ну, у нас сейчас еще 9 сделали. Ну, ладно. Так, долги не сданы. Что в долги входит? Что за должность? Рисунки. А? Рисунки. Рисунки. Какие рисунки? По проектной графике. Почему ты их не сдала? Я сдавала, но там были ошибки, и мне сказали это переделать. Это хорошо ты сделала ее? Нет. Если не приняли, значит, двойка. Поэтому сдавайте еще. Почему так плохо учишься? Тебе стипендия там идет какая-то? Нет. Там ничего не идет? Нет. А насчет, сколько получаете, вот как мать умерла? 8 тысяч. На каждого? На каждого. И у меня 8 тысяч. 8 тысяч у меня. 143 рубля, там, кажется, 33 копейки. Ну, примерно вот так. Долги не сданы. Почему ты их не сдала? Поленилась. Ну, ты учишься. Для чего ты поступала, если ты не сдаешь, что требуется? У тебя жизнь только начинается, и ты ее как-то сворачиваешь. Ну, как это так? Для чего ты поступала, если учиться не хочешь? Я хочу просто, не знаю, я болела очень сильно еще. И пока я наверстывала то, что пропустила, получилось так, что я то, что... Да в больнице сейчас... лежат полумертвые. Я еще раз говорю, есть такой Алексей Моресев, летчик, потерявший две ноги, и вернулся на самолет. Единственный случай в мировой практике. Еще и сбил немецкий самолет. А у нас только в церкви руку подавал, подайте милостыню. Нам пример оставлен. Мы знаем таких людей, которые совершенно никакие. И однако Господь им дал. Ты видела такого человека, Ник Вучич? Слышала, но не видела. Слышала, но не видела. Тебе не интересно. А он встречается с президентами, с Папой Римским. У него нет ни рук, ни ног. Вообрази. Рук нету и ног нету. У него какая-то ласа. И он играет в футбол, плавает. И женился, да, я знаю. По всему миру ездит. И за него вышла одна, как фотомодель. И как он лежит с ребенком где. Сын. Понимаешь?
Он говорит проповеди, стоит когда на столе, его обнимают, подходят больные. Я не знаю, это ни один президент, космонавт такой популярности не имеет сегодня, как он. Тебе он не пример, конечно. Долги не сданы. Практику ей помогли, а одну доделать. Почему тебе нужно помогать, а ты не сделала? В практику что входит? Отшивание изделия. В практику. Почему ты к ней так отнеслась плохо в практике? Практика это все. Сейчас свободно так, с улыбочкой, да? Ну, практику, смотри, прямо. Практику ей помогли одну доделать. Спасибо куратору. Кто такой куратор? Вроде как классный руководитель. Так, зачем он тебе помогает-то? Когда ты не хочешь учиться, зачем тебе? Такого драгать за хвост да в яму. Кто-то от тебя, какой будет? Ты не знаешь своей специальности. Единственное, только южным народам приедут где-то ночевать в гостинице, постель украсить. Вторая практика, не доделали. О ком он пишет? Обо мне. Почему не доделали? Не успела за отведенный срок. А тебе самой не стыдно, что ты садишься, ешь, пьешь, и тебя учат, и ты ничего не учишь? У тебя ни специальности, ничего нету. Как это так? Человек, который в беде, вот бывает так, он на первое место выходит. Как раз Вячеслав Семенов выходит, говорил я о нем, вот он, вышел. Так. Практика не доделали. Это второе. Третий пункт. Считай вслух. Изделие не сдала, зачетов нет. Так изделие не сдала? Нет. Почему? Его нужно сдавать вместе с презентацией, которой у меня нет. И ты ложишься спать, спокойно лежишь, спишь. К подругам пошла ночевать. Третье. Четвертое. Что написано? Зачетов нет. Все, пустой график. За счет ты живешь вообще. Это утром встаешь, молиться нету, телефоны отключены. Я не знаю. Я только написал. Так. Считай. Сегодня последний. Обожди. За счет от меня дальше. На сессию не пришла. Почему? Я пришла на сессию. Написано не пришла. Меня не было на консультации только. То есть лукавство и хитрость и ложь. Дальше не пришла. Пятый вопрос. Дальше. Сегодня последний экзамен. Она не явилась ни на один экзамен. Я явилась на экзамен. Я опоздала на второй экзамен. В пробку попала. У тебя пробка в каком месте стоит? Написано четко и ясно. Не явилась ни на один экзамен. Что? Очную ставку сделать с куратором. Ну, я была на экзамене. Ну, не надо. Ну, толку-то была. Дальше. На звонки куратора не отвечает. Это как так понимать? У меня был в портфеле. То есть ты обнаглела до беспредела. А как тебя... Никак. Тебя надо выгнать, и на этом все. Иди по миру побирайся. Ты уже жизнь закончила. Ни грамма стыда в тебе нету. Куратор бьется за тебя. Он звонит, ты не отвечаешь. Почему не отвечаешь? Был в портфеле, я не слышала. Во сколько встаете всегда? Я встаю в 5. А он звонит во сколько? Она позвонила, я не знаю даже. А он у тебя не отключен телефон, и никто не слышал, ни один. Четверо ребятишек, и никто не слышал. Я встала в 5, я уехала. Ладно, на звонки даже... куратора не отвечает. Я кое-как до Ивана дозвонилась в 8:30. Кое-как до Ивана. Это неправда или правда? Я не знаю, меня дома не было. Ладно, тебя не было. Все спят, телефоны просто отключают. Это неправда? Я не знаю, я не отключаю свой телефон. Дальше. Куратор плачет буквально. Ходит, выпрашивает для нее тройки и допуск на экзамены. А Инафа даже не берет трубку, не отвечает на звонки. Это уже оборзело до беспредела. Еще делаешь вид, что все у тебя нормально, все хорошо, ты паиньки. Вот если я бы был куратор, то другое. Я бы даже места не стал занимать. Сразу вычеркнул и все. Занимайтесь, кто хочет. Зачем это, когда она не хочет? Ты человек свободный. Тебя толкают, тебе это не нравится. Тебе нравится другим работать.
У тебя другого-то ничего не будет. И вырастет из тебя самое негодное. Из таких вот вырастают на вторую букву алфавита. Дальше никуда не идет. Куратор плачет буквально, ходит, выпрашивает для нее тройки и допуск на экзамен. Так нет? Да, было. Да, было. И не стыдно тебе? Тройки оба. А иначе даже не берет трубку, не отвечает на звонки. Со следующей недели все преподаватели уходят в отпуск. Пересдать она не сможет. Так? Да. Это как понимать? Ты же знала это все. Ты год протолкалась и ничего не сделала. Пила, ела. Зачем ты ела, пила? Ты верующая, ты должна быть впереди всех. Чтобы один человек на тебя не пожаловался перед Богом. На тебя жалоба перед Богом. Бог просто отвергнет тебя, и ты будешь шататься, как самая последняя шалава. Ты сколько людей огорчила-то здесь? Тут не сдала, тут не была, тут не проспала, там пробка. Что это за жизнь такая? В отпуск уходит, пересдать она не сможет. Правда, говорит? Надо их не бросать. Кого их? Дроботов. Хоть раз в неделю проведать, звонить по очереди, хоть изредка каждый. Почему? Потому что ваша родня, как ее звать? А тетя Наташа. Она сейчас сестра. Папина сводная. То есть ваша тетка? Ну, сводная. Она не родная сестра. Одноутробная. Мама общая у них, отцы разные. Понимаешь, какое дело-то? Она старается любыми путями нас обвинить. Она будет обвинять, что я с тобой разговариваю, вот то другое. И... Она со мной не хочет разговаривать. А? Мы с ней поссорились недавно. Даша, они очень расслабились. О ком говорится? О нас. О вас. Это и понятно, но все обещали Насте. Кто такая Настя? Моя мама. Где она? Умерла. Обещали, что мы их не бросим, что они наши. Давайте будем активнее. Ты можешь обвинить Сергея в том, что тебе плохо относится? Нет. Спросить, как дела в воскресенье, этого мало. Они уже ходят в храм через раз. Вас уже и в храме-то не видно. Сестры, как сможете, посетите. Я смогу только на следующей неделе. Инапа, тебя отчислят. Езжай, падай в ноги куратору. Хватит спать. Это крик. Ты можешь это сделать? Неужели еще в таком положении у тебя противление какое-то? Ты наклониться не можешь. Поклониться, поклон, у тебя руки вот столько до пола не достают. Ни физически, ни нравственно, ни религиозно ты никак не развита. Тебе жить. Я вот, допустим, вот сейчас бы коснулась меня, я про себя знаю как. Можно выправить, даже разговоров нет. Первым делом я пошел к куратору, упал в ноги. Попросил, а в это время начал заниматься. И уже к концу месяца одни пятерки были бы. В новый предмет врезался бы, который не знаю. В армии интересно. Бывает, иногда пополнение приходит, и москвичей пригнали, и я спрашиваю, кто кем работает. Один радистом. Я ничего не знаю. У него книжки есть. Я сразу его попросил, друзья, он занимается английским, и я. И мы переговариваемся, никто не знает о чем. И дальше он начал меня как радиостанцию поставить, как связаться. Но это 61-й год, тут еще советская власть 30 лет будет. Поэтому все зажато было. Дальше. Хватит спать. Вот это вот ужас, это мои слова. Я написал ужас. Я ничего больше не стал говорить. Сергей пишет, это Надя Дмуха написала в группе «Молитвенная поддержка». Я это сообщение и нафиг ВКонтакте переслал. Получала? Да, получала. Тут еще не добавлено? Нет. Вот что они мне, она ответила мне. Я опоздала на второй экзамен, попала в пробку. На первый пришла. Так отвечала? Да. Меня не было только на консультации. Долги есть, я не скрываю, я их сдаю. Вообще, зачем их накапливать было? Ничего ты не сдаешь. В храм бывает просыпаю, не слышу будильника. Я виновата, что запустила, поленилась. Но я молюсь и потихоньку работаю. То есть еще можно было медленно, но никак нельзя дальше, просто не тянется.
Это старообрядческая аминь. Они поют, когда аминь, старообрядцы. Я не знаю, придет аминь или нет. И дальше. Так, виновата. Я договорилась с теми преподавателями, кому не успела сдать зачет, что сдам осенью. И сидишь какие-то эти фигурки клепаешь. Почему ты сегодня не занималась? Я уже сделала, что с собой взяла все. Ну я тебя проверять не буду. Я наберусь сил. Все потяну. Это у не знает зачем тут. Простите ради Христа, если я чем перед вами всеми виновата. Если, то есть ты даже сомневаешься, виновата ли? Нет. Ну а зачем пишешь если? Это лукавство. Ты не просто виновата. Я даже, я вот за это даже не столько тебя, как за то, что ты у какой-то подруги осталась ночевать. Если бы это была моя дочь, я бы по-другому разговаривал. Я бы тебя отвадил от этой. Ты бы не ночевала там. Я бы ночью пришел, рамы все вынес бы. Вытащил тебя оттуда. Я бы живого места от дома не оставил. Это моя дочь. Тебя взяли только для одного дела. Осталась ты там. Порошка подсыпали, все. И на четвертом месяце только узнаешь, что беременная. Я тебе рассказываю, у меня не чужие люди знакомые. Чего ты себя не ценишь, а так? Ты сама себе рубля даже не назначила цену. Ты меня слышишь? Да. Чего на это на все ответишь? Я виновата. Виновата. И... это ничего не даст. Виновата. У тебя все виноваты. Есть ну, такая майка, виноват. Майка продается. И беншайся, добить шульдих. И надел один здоровый у нас там есть, ну он уже на пенсии, на 4 года старше меня, Гордеев Михаил Федорович. И ходит, а вот там так написано, их беншайся, точка. И вот так рука, добить шульдих. Я прочитал, не, я не поверил. У меня уже ну, 60 лет я не занимаюсь языком. Я тогда взял, позвонил нашей сестре была, она преподает немецкий язык. А я говорю, откуда у тебя эта футболка? Она мне нравится широко. Я говорю, откуда? Из Германии. А что написано? Да кто его знает? А крупно на всю. Я тогда позвонил через интернет вот так. Моя племянница в Германии вышла за немца и там живет. И та перевела, ну вот это так, это вот я навоз. Я говорю, может не навоз, говно. Ну да. Я говно. А вот так, а ты виноват, что он говно, а ты виноват. Я когда этому расшифровал, ну, на 100% точно. Он тогда майку снял, тогда убрал где-то. Вот это у тебя все так. И беншайся, дубишь шульдих. У тебя все виноваты. Куратор виноват, будильник, пробка. Нельзя так жить. Надо жить для Бога, красиво и интересно. Прожитые дни напрасно никогда не вернутся. Это не деньги. Время – деньги, это неправда. Деньги можно как-то достать, работать крепко. Время не уходит. Уходит навсегда. Мне пошел 9-й десяток лет. И все спрашивают, сколько же у вас, говорит, энергии? Где? А я не чувствую годы. Я остановился на 30 годах примерно. Все время с молодежью. Я до тебя доберусь. Или добрался уже? Вот эти все пункты держи. Так ты сейчас поможешь нам заниматься. Вопросы есть ко мне? Нет. Ты не против, что я публикую все это? Да нет. Нет. Помолимся. Ручи скрывать. Иконы здесь. Отец Небесный, слава Тебе. Милости Твоя полна земля. Приди на помощь, Инафи. Не дай погибнуть. Припомни молитву умирающей матери о детях. И услыши вопль ее. Помоги, Владыка. Мы изнемогаем в наших немощах. Боже, слава Тебе. Аминь. Помолись сама. Господи, молю Тебя. Погромче, я не слышу. Господи, молю Тебя. Дай мне силы и терпения. Дай мне веры. Господи, прости меня за мои прегрешения, за всю мою... Слава Тебе, Господи, за все. Аминь. Аминь. Извините.
Господи, прости, помилуй. Аминь. Тебе сколько лет? 18. А? 18. 18. Ты же уже 2 года как совершеннолетняя. Год. Даже года нет. А? Совершеннолетие с 18 лет приходит. Да? Да. Ну все на этом. Сейчас с тобой разговаривать будем. Покажи.